половина 80-х годов 20 века. Мир постепенно меняется. Советский Союз становится более открытым. Слова «перестройка» и «гласность» определяют стратегический курс развития государства. В новых условиях открываются и новые возможности. До этого момента СССР на международных авиасалонах демонстрировал авиатехнику только гражданского назначения. В разное время за рубежом были показаны винтокрылый гигант Ми-6, чудо-богатырь Антей, сверхзвуковой пассажирский авиалайнер Ту-144. И вот пришло время удивить мир боевыми самолетами. Местом показа выбрали международный авиасалон в английском городе Фарнборо, вторую по значимости авиавыставку в мире. Честь продемонстрировать достижения советской авиации была оказана легкому фронтовому истребителю МиГ-29. Итак, 88 год. МиГ-29 решено показать всему миру. Два советских истребителя МиГ-29 приземлились на Британских островах. Они впервые примут участие в выставке военной авиации, проходящей в Фарнборо. Самолеты были эскортированы двумя английскими истребителями «Торнадо» на военно-воздушную ярмарку, которая... Для участия в авиасалоне привлекли две машины. Одноместный МиГ-29 и двухместный МиГ-29УБ. Полеты выполняли летчики-испытатели Анатолий Квочур и Роман Таскаев. Впечатление такое о нас было, конечно, о советских людях, там, что там у нас медведи по улицам бродят, что они не в состоянии ничего такого там сделать, которое было бы на уровне там европейского. Ну, мы, когда готовились, мы меньше всего думали об этом, как нас там будут встречать. У нас было другое, очень четко выполнить те программы летные, которые были. Культура вот этой вот демонстрации, она у них оттачивалась все время, годами все. А у нас такой вот культуры представления самолета на выставке тогда не существовало. Ну, мы как бы так здесь вот на день авиации могли там похулиганить, там вжик-вжик, там что-то сделать, петля, полупетля, там все такое прочее. Когда готовили комплекс, я просмотрел там, ну, десятки часов различных видеозаписей с предыдущих выставок. Я приблизительно знал, что они делают. Потом основных противников мы знали. И вот мы очень много отдали времени там, и здоровья для того, чтобы вираж наш получался не длиннее, чем на F-16. Приехали, начали когда летать. Вот он, F-16, там, смотрим, перед нами летает. Засекли время. Ага, там 20 секунд. Слабаки. Мы им там, 18 секунд. На следующий раз, раз, у них там лучше. А мы, значит, что-то у нас где-то не то. Давай-ка мы тоже подшаманим, тоже параметры что-то поменяли. Раз, опять мы теперь впереди. Мы стояли через один самолет рядом с F-16. Вот, на этом летали там два хлопца. Ведущий летчик фирмы General Dynamics, Кевин Дуайер. И у меня были такие электронные часы. Да. Я их, значит, включал. И... Кэм за рулем, я говорю, видишь, вот у тебя 18 секунд. Теперь смотри мое время. Ну, мы там получали немножко меньше времени, там, приблизительно 16 секунд. Отрывочные сведения, которые имели западные специалисты, не давали им полного представления о самолете. Тем сильнее были их впечатления от первого знакомства с истребителем. Летчики-испытатели фирмы МиГ блестяще показали возможности советской машины. Кульминацией выступления стала фигура колокол. Такой режим, когда истребитель замирает на месте, а затем скользит на хвост, является очень сложным для работы реактивных двигателей. Они могут попросту заглохнуть. Несколько секунд тишины. И вновь рев двигателей и каскад фигур высшего пилотажа. Западная пресса не скупилась на превосходные эпитеты, называя МиГ-29 звездой авиасалона. Рассказывая об участии МиГ-29 в зарубежных выставках, невозможно обойти стороной случай, произошедший в Ля-Бурже в 89 году. Частью показательной программы был проход на предельно малой скорости на высоте всего 160 метров. При выполнении прохода произошел сбой в работе правого двигателя, что оказалось критичным в данной ситуации.
Летчику-испытателю Анатолию Кочеру удалось катапультироваться буквально за 1.5 секунды до столкновения машины с Землей. Примечательно, но это летное происшествие только способствовало росту популярности МиГ-29 за рубежом. Да к тому же продемонстрировало уникальные возможности средств спасения. Катапультное кресло К-36 спасло жизнь летчику в весьма непростых условиях. Важной характеристикой современных истребителей, да и современного оружия в целом, является способность к модернизации и постоянному развитию. Изначально МиГ-29 разрабатывался как воздушный боец, то есть его главной задачей была борьба с воздушными целями. Уничтожение наземных целей рассматривалось в качестве второстепенной задачи. Со временем к фронтовым истребителям стали предъявлять повышенные требования в плане атаки наземных целей. Для более эффективной работы по земле самолету нужны корректируемые авиабомбы, управляемые ракеты воздух-поверхность, а главное — новая система управления вооружением. Истребитель, который с равным успехом может поражать воздушные и наземные цели, называется многофункциональным. Именно такой машиной и стал МиГ-29 с индексом М. Это был действительно передовой самолет, имеющий новейшее оборудование и новейшее вооружение. Боевой потенциал при атаке наземных целей возрос в 3.5 раза, при атаке воздушных — в 1.5. Помимо этого, на машине установили электродистанционную систему управления, что позволило реализовать концепцию продольной статической неустойчивости. Как результат, повысились маневренные характеристики истребителя. МиГ-29М — это был, первая советская проба пера, попытка создать настоящий многофункциональный истребитель. МиГ-29М мог нести все современные на тот момент боеприпасы, как воздух-воздух, так и воздух-поверхность. Для того времени это был фантастический шаг вперед. Первый полет МиГ-29М состоялся 26 апреля 1986 года. Его выполнил летчик-испытатель Валерий Миницкий. 26 апреля 1986 года. Эта дата вошла в историю страны не первым полетом модернизированного истребителя. В этот день произошла страшная техногенная катастрофа. Взорвался один из атомных реакторов Чернобыльской АЭС. Конечно, это не больше, чем совпадение. И тем не менее, события, происходившие в Советском Союзе во второй половине 80-х, звенья одной исторической цепи. Груз накопившихся проблем привел к распаду страны, что в свою очередь отразилось и на авиации. Многие перспективные программы были свернуты, в том числе и тема МиГ-29М. Мы были очень наивны тогда. Мы работали на полигонах, там по 18 часов, крепили обороноспособность. И когда в 91 году мы получили положительное заключение Министерства обороны Российской Федерации о запуске МиГ-29М в серию, мы думали, что теперь уже мы окрыленные доведем дело до конца. Но мы получили эти заключения Российского Министерства обороны в тот момент, когда прошла Беловежская пуща, и все остановилось. Вышел указ о том, чтобы перестать финансировать, и Беляков, генеральный наш, сказал, что мы машины закрываем, заниматься больше не будем. Но он был очень принципиальный человек. Раз государство не хочет нас финансировать, раз государство не хочет нам помогать, то мы не будем продолжать работы. И работы прекратили. Мы все считали, что это временное явление. Сейчас тут чуть-чуть, месяц, полгода, год перетопчемся, и дальше все пойдет, все опять закрутится, и все помчится вперед. К сожалению, этот месяц, год вылились в десятилетия, в унылые десятилетия. Второй глубокой модификацией 29-го стал корабельный истребитель. Его обозначение – МиГ-29К. Причем корабелка получилась продолжением не столько базового варианта машины, сколько развитием более совершенного МиГ-29М. В наследство от М-ки МиГ-29К получил многофункциональность, улучшенную аэродинамику и систему управления. Унаследовала корабелка и непростую судьбу.
Впервые с предложением создать палубную модификацию истребителя ОКБ «Микояна» вышла в 1978 году. В то время в Министерстве обороны обсуждался проект принципиально нового авианесущего комплекса. Предполагалось создать как новые авианосцы, так и новые палубные самолеты различного назначения. Ничего подобного в Советском Союзе до этого не строили. Правда, со временем планы скорректировали. Решено было остановиться на одном типе летательного аппарата. Соперниками за место на палубе стали корабельные варианты МиГ-29 и Су-27. Для первых испытаний привлекли сухопутные модификации этих истребителей. На аэродроме в Крыму построили специальный комплекс. Здесь отрабатывали взлет и посадку на ограниченном участке, имитировавшем палубу авианосца. Что касается взлета, то здесь, в отличие от американцев, пошли своим путем. На авианосцах США взлет происходит с помощью катапульты. На новом советском авианосце решили использовать трамплин. Поэтому во время испытаний определяли оптимальные характеристики и самого трамплина. Первый взлет с наземного трамплина произвел летчик-испытатель Авиард Фастовец. Произошло это 21 августа 1982 года. Кстати, такое необычное имя летчику придумал его отец. Авиард — это сокращение от словосочетания «авиационный реактивный двигатель». В процессе работ определили перечень мероприятий по доработке сухопутных истребителей до корабельных вариантов. Самолет получил такие корабельные признаки, как складывающееся крыло, усиленное шасси, тормозной гак. Третьего июня 1988 года МиГ-29К совершил первый полет. Пилотировал истребитель летчик-испытатель Тактар Аубакиров. Осенью 1989-го машина прошла испытания на наземном комплексе. Надо было отработать взлеты с трамплина, показать, что самолет может это делать, причем с разных дистанций, с разными весами. Так вот, за полтора месяца мы сделали свыше 50 полетов. Нас после этого допустили до полетов на корабле. Ноября 1989 года Тактар Аубакиров совершил первую посадку на палубу авианосца. Здесь опять следует вспомнить про конкурента. Корабельный Су-27 совершил свою первую посадку на палубу на полтора часа раньше. Пилотировал истребитель Виктор Пугачев. Значит, дали добро Пугачеву на облет корабля, он взлетел и ушел. Мы даже с Тактаром ничего и не подумали. Мы сидели на КДП и слушали, как он облетает корабль, как и это. И вдруг команда, вам разрешена посадка. Тактар вышел из этой будки, взял шлем и грохнул его об полосу. Он был настолько удручен этим делом. Я тоже, к сожалению. Но вот такие обстоятельства. Чтобы восстановить статус-кво, первый взлет с авианосца доверили МиГу. После этого корабельные испытания истребителей опять шли параллельно. В 90-м году Анатолий Квочур совершил первую ночную посадку и первый ночной взлет. Затем взлет с подвешенными ракетами. Всего в ходе испытаний выполнили свыше 300 полетов. МиГ-29К показал хорошие результаты, но на вооружение все же приняли корабельный Су-27. Преимуществами 27-го была меньшая посадочная скорость и больший радиус действия. Конечно, МиГ тоже имел свои достоинства. Например, в состав его вооружения вошли управляемые противокорабельные ракеты Х-31 и Х-35. Другое дело, что в начале 90-х новая система вооружения еще не была доработана, а разразившийся политический кризис и вовсе отложил программу до лучших времен. Но история корабельного МиГа на этом не закончилась. Она еще получит продолжение в 21 веке.
середине 90-х авиационная промышленность России стала постепенно адаптироваться к новым реалиям. С одной стороны, практически полностью прекратилась закупка техники Министерством обороны. С другой, открылись новые возможности по продвижению самолетов на мировом рынке. В 90-х годах ни один крупный авиасалон не обходился без участия российских самолетостроительных фирм. Конечно, рассчитывать на то, что страны НАТО начнут приобретать российскую технику, не приходилось. В то же время необходимо было бороться за свои традиционные рынки сбыта и по возможности расширять их. По большому счету, виделось два направления работы. Поставки новых машин и модернизация имеющихся на вооружении. Тут и пригодился опыт по созданию многофункционального МиГ-29М. Модернизация в первую очередь касалась бортового оборудования. Видимым признаком стала установка в кабине истребителя цветных дисплеев. Заказчику предлагалась новая система вооружения, новый локатор, спутниковая система навигации. Расширился состав управляемого ракетного оружия. Добавились новые ракеты класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность». Появилась возможность использования корректируемых авиабомб. Такие истребители относятся уже к поколению 4+. Вот один из них – МиГ-29 СМТ, что расшифровывается как «серийный модернизированный». Буква «Т» указывает на увеличенный запас топлива. Теперь керосина хватает на 2100 километров, почти на 600 километров больше, чем прежде. МиГ-29 СМТ и последующие модификации имеют так называемую открытую архитектуру борта. То есть новые радиоэлектронные системы и оружие могут интегрироваться без существенной переделки всей авионики. В 2009 году истребители МиГ-29 СМТ поступили в российские ВВС. Мы находимся в кабине самолета МиГ-29 СМТ. В данный момент мы видим многофункциональные индикаторы МФИ. На левом МФИ у нас сейчас представлена пилотажная информация, на которой расположены указатели скорости, высоты, авиагоризонт. На правом МФИ у нас в данный момент представлена системная информация, которая используется при запуске двигателя, а также для контроля систем, гидросистемы, пневмосистемы, различных систем самолета, а также контролируется выпуск уборки шасси. Каждый МФИ друг друга дублирует. То есть на левом МФИ можно выводить все, что можно выводить на правом МФИ. По сравнению с обычными 29, количество информации, которое вводится на МФИ, значительно увеличилось. Она емкая, она нужная. Качество полета из-за этого значительно увеличивается. Помимо указанных новшеств, истребители семейства МиГ-29 стали оборудовать системой дозаправки топливом в полете. Немного предыстории. Широкомасштабные работы по данной тематике в Советском Союзе начались в 50-е годы. Цель работ очевидна – увеличение дальности полета. Особенно актуально это было для стратегических бомбардировщиков, целью которых являлась далекая Америка. Со временем к испытаниям привлекли и фронтовые истребители. Сначала МиГ-15, а затем МиГ-19. Результаты работ признали успешными. Правда, серийно систему стали использовать только на бомбардировщиках. Для истребителей дальние перелеты посчитали избыточными. В США, напротив, практически все типы истребителей оснащались системами дозаправки. Это объяснялось тем, что американская военная стратегия предполагала для них самостоятельное преодоление океана в случае переброски войск на базы в Европе. У Советского Союза такой проблемы не было, поскольку не было и самих баз вблизи Америки. Вновь тема дозаправки отечественных истребителей возникла с развитием палубной тематики. Штанги дозаправки установили на корабельный МиГ-29 и Су-27. Со временем системой оборудовали и сухопутные машины. Одна дозаправка в воздухе увеличивает дальность полета почти в два раза. Установка подобной системы была требованием некоторых иностранных заказчиков, в частности, военно-воздушных сил Малайзии. А вот самый свежий пример модернизации базового МиГ-29. Это самолеты индийских ВВС. Индия является первым иностранным покупателем истребителя. Начиная с 1986 года, туда было поставлено 80 самолетов.
4 февраля 2011 года летчик-испытатель Михаил Беляев поднял обновленную машину в воздух. Важную роль в продвижении истребителя в мире сыграла пилотажная группа военно-воздушных сил России «Стрижи». В составе группы одноместный МиГ-29 и учебно-боевые МиГ-29УБ. Место базирования – аэродром в подмосковной Кубинке. Исторически сложилось, что именно летчики Кубинки шли в авангарде освоения новой авиатехники. МиГ-29 Кубинки появились в 83 году. Они вошли в состав первой эскадрильи 234-го гвардейского авиаполка. В начале 90-х на базе эскадрильи сформировали авиационную группу высшего пилотажа, которую назвали «Стрижи». Самолеты получили оригинальную окраску. Дебют состоялся 6 мая 91-го года. Эту дату и принято считать днем рождения группы. «Стрижи» достаточно быстро завоевали популярность не только в России, но и в других странах. Быстрый и динамичный пилотаж на красивых машинах неизменно приковывал повышенное внимание публики. Наблюдаю группу под кадром. В марте 2003-го группа предстала перед зрителями в новой яркой окраске. Цвета российского флага и стилизованное изображение «Стрижа». В программу выступления «Стрижей» входит пилотаж четверкой, пятеркой или шестеркой истребителей. Петля Нестерова. Пошли влево. Влево. Групповая бочка. Влево начали. Синхронные бочки. Роспуск. Начали. Раз, два, три. Сольный пилотаж. Наблюдаю двоих. Понял. Показательные выступления – это неотъемлемая часть жизни современных истребителей. Для широкой публики это прежде всего зрелище. Для специалистов – возможность оценить летные характеристики машин, их маневренность. Если говорить с позиции летчика-испытателя, то это необходимая часть работы. Мы демонстрируем результат той работы, которую мы проводили до этого, той огромной кропотливой работы. Самолет надо рекламировать, нужно показывать, по-честному показывать его лучшие характеристики. Поэтому с удовольствием отношусь к этой части работы летчика-испытателя. Потому что лучше его никто, его продукт не продемонстрирует. . 2005 год. Международный авиакосмический салон в городе Жуковский. Взору публики предстает новый самолет семейства МиГ-29. Это МиГ-29М с отклоняемым вектором тяги, или сокращенно ОВТ. В кабине летчик-испытатель Павел Власов. То, что происходит в небе, выходит за рамки привычного представления о полете самолета. Двигатели истребителя имеют все ракурсные поворотные сопла. Для управления соплами не требуется дополнительных рычагов. Летчик выполняет свои привычные действия, а вычислительные устройства самолета определяют, какие органы управления надо задействовать, в том числе и вектор тяги.
Теперь на малой скорости, когда обычные аэродинамические рули теряют эффективность, управлять самолетом можно за счет изменения направления реактивных струй. Это позволяет совершать маневры с меньшими радиусами и повышает безопасность полета. Для пилота снижается необходимость контроля параметров полета по приборам. Как говорят сами летчики, пилотировать можно, не глядя в кабину. Соответственно, во время ведения ближнего боя можно уделять больше внимания поиску и уничтожению целей. В случае появления интереса у заказчиков, новые модификации 29-го можно оснащать двигателями с отклоняемым вектором тяги. Вернемся к корабельному варианту истребителя МиГ-29. Как гласит одна поговорка, индийский слон – лучший друг русского слона. Это изречение очень точно отражает те взаимоотношения, которые сложились между двумя странами в авиационной сфере. Интерес к советским, а затем и к российским самолетам у индийцев был всегда. Развитие темы корабельного МиГ-29 также связано с этой страной. Военно-морские силы Индии выбрали его для базирования на авианосце «Викрамадитья». Это бывший российский авианесущий крейсер «Адмирал Горшков», переделанный для индийского флота. Понятно, что пока программа была заморожена, технический прогресс ушел вперед, и самолет требовал доработки. Первый вылет новая корабелка совершила 20 января 2007 года. Ее пилотировали Михаил Беляев и Павел Власов. Обратите внимание, самолет еще не окрашен. Извлечем из этого полезную информацию. Все детали, которые имеют серый цвет, выполнены из прочных и легких композиционных материалов. И, как видно, их немало, что является атрибутом современных летательных аппаратов. Да и в целом, это самолет нового времени. Поздравляем вас, господа! Подъем самолета и вообще деятельность летчика-испытателя – это, всегда говорят, как вершина айсберга. То есть айсберг – это труд огромного коллектива людей. Естественно, после выполнения первого вылета для всех это, конечно, ответственное, волнительное и радостное событие. И для всех это праздник. Естественно, все ожидали услышать. Ну как? Ну и первые слова: ребята, мы это сделали. По мне, на сегодня самый комфортный самолет МиГ-29К. В нем так много идей. Этот проект по корабелке – это старт для всех наших последующих, более глубоких модернизаций. Истребитель разработали в двух вариантах – одноместном и двухместном. Причем реализовано это оригинальным способом. Фактически кабина одна и та же. В одноместном варианте на место второго летчика устанавливается дополнительный топливный бак. Такой неординарный подход позволяет снизить затраты на производство. Унификация машин превышает 90%. Боевые возможности одноместного и двухместного истребителей равнозначны. В двухместном варианте самолет имеет обозначение МиГ-29КУБ – корабельный учебно-боевой. На истребитель установлена кислорододобывающая станция. Раньше для дыхания летчика на борту имелись только кислородные баллоны, которые требовалось заряжать перед полетом. Новая станция вырабатывает кислород сама, что повышает автономность базирования. Также это актуально при длительных перелетах. Самолет получил систему дозаправки в воздухе. Заправка может происходить от любых самолетов, которые могут выполнять эту функцию. Кроме того, МиГ-29 может выполнять функцию танкера. То есть мы можем говорить о том, что два МиГ-29К могут заправляться друг от друга. В сентябре 2009 года, спустя 20 лет после первой посадки на палубу, корабельный МиГ-29 вернулся на российский авианосец. Любопытный момент. Перед посадкой на корабль у летчиков не было возможности потренироваться на наземном комплексе. Причем для Михаила Беляева это была первая посадка на палубу. Конечно, сбрасывать со счетов мастерство пилотов не следует, но, как отмечают сами летчики, благополучный исход этой работы во многом зависел от самолета. Нам удалось сделать вот в этом плане дружественный летчику самолет, с тем, чтобы летчика разгрузить,
дать ему, опять же, дать ему информацию. Там есть ряд индикационных решений, которые раньше в практике у нас не применялись, а там это позволило достаточно уверенно сработать. В условиях, значит, Северного моря, в условиях, так сказать, непростой погоды, значит, вместе с плановыми полетами самолета Су-33, значит, два МиГ-29К, причем один индийский, уже серийный самолет, второй наш опытный, осуществил тренировки и взлеты, и посадки на корабль «Адмирал Кузнецов». Значит, при этом индийская делегация шла параллельным курсом и наблюдала, как самолеты садятся и взлетают с корабля. Они были в восторге. Эта машина особенно нравится молодым летчикам, поскольку в кабине, значит, три широкоформатных дисплея, вся эта электроника, возможности колоссальные. Наши палубные летчики, конечно, очень заинтересовались. Они все ждут, когда поступит этот самолет к ним на вооружение. В рамках этого контракта на МиГ-29К для ВМС Индии, в общем-то, фирме удалось в короткие сроки создать самолет новой генерации. Эта модель МиГ-29К, она взята за основу для дальнейшего развития на МиГе. И она имеет две модификации. МиГ-29М, ну, уже в новом обличии, и МиГ-35. То есть это продвижение вперед в части наращивания авионики и оружия. Это многофункциональный МиГ-35. Самый совершенный представитель семейства МиГ-29. МиГ-35 – машина поколения 4++. За этой формулой кроется идеология воздушного бойца. Он должен превосходить по боевым качествам истребителей 4-го поколения и успешно противостоять в воздушных боях истребителям 5-го поколения. Дело в том, что иметь на вооружении машины 5-го поколения удовольствие не из дешевых. И далеко не каждая страна может это себе позволить. Поэтому МиГ-35 является неплохой альтернативой. В российских ВВС истребитель может рассматриваться как переходное звено между поколениями. Итак, МиГ-35. По планеру это развитие все того же великолепного МиГ-29. Отсюда, собственно, и происходит выигрыш в цене, поскольку конструкция уже хорошо освоена в производстве. У МиГ-35 такая же кабина, как у «Корабелки». То есть самолет может быть одноместным или двухместным. Двигатели нового «Мига» мощнее, их ресурс увеличен. Основа системы управления вооружением – радиолокационная станция «ЖУК-АЭ». Локатор имеет так называемую активную фазированную антенную решетку, что является атрибутом истребителей 5-го поколения. Причем МиГ-35 – первый российский боевой самолет с таким локатором. Станция позволяет сопровождать до 30 воздушных целей и одновременно атаковать 6 из них. Дальность обнаружения цели типа «Истребитель» – 160 км. На машине установлены две оптико-локационные станции. Та, что находится перед фонарем кабины, отвечает за воздушные цели. Станция, установленная под мотогондолой двигателя, производит поиск наземных целей. Например, танк может быть обнаружен на удалении 20 километров. МиГ-35 оснащен современным комплексом обороны. Он сводит до минимума внезапную атаку со стороны противника. Распознаются как самолеты, так и летящие ракеты. Боевая нагрузка по сравнению с МиГ-29 возросла в 3 раза и достигла 6,5 тонн. Количество точек подвески оружия увеличилось с 6 до 11. В составе вооружения МиГ-35 самые совершенные ракеты. В том числе ракеты, способные поражать наземные цели на дальности сотни километров. МиГ-35 – истребитель 21 века. Истребитель, устремленный в будущее. В авиации важна не только начальная идея. Важно, в чьих руках она находится. Чтобы самолет оставался на вершине прогресса, необходим ежедневный, кропотливый труд, направленный на придание машине новых, еще более высоких качеств. Несмотря на то, что концепция истребителя МиГ-29 была разработана еще в начале 70-х годов прошлого века, он и спустя десятилетия отвечает требованиям времени, как минимум не уступая, а во многом превосходя своих зарубежных оппонентов. Самолет сохранил еще до сих пор потенциал развития. Мы здорово усовершенствовали летающую платформу,
И теперь эта летающая платформа является прекрасной летающей платформой на 40 лет вперед. На нее можно наращивать авионику, оружие. Она в состоянии воспринимать новые технологии. Тот облик, который создан нами на базе самолета МиГ-29К, он имеет хорошую перспективу на рынке, как на рынке внутреннем, так и на рынке внешнем. И я думаю, что боевая эффективность этого самолета, его надежность и, в общем-то, большой опыт эксплуатации самолета МиГ-29 создают по критерию стоимости и эффективности один из лучших продуктов. Сегодня, если вы рассмотреть тот портфель заказов, который имеет РСК МиГ, и рассматривать вопрос поставки новых самолетов, то портфель заказов сегодня наполнен где-то больше 200 самолетов. И сегодня мы, и это однозначно могу сказать, мы в себе это чувствуем, силы, что мы можем создавать технику следующего поколения. В мире высоких технологий мы должны владеть этими высокими технологиями. А боевая авиация – это высокие технологии. Это соответствующая культура людей, это соответствующая культура образования. И нам просто это нужно поддерживать и развивать. Наверное, одна из самых таких вот, на мой взгляд, глобальных ценностей – это то, что существует школа. Школа создания самолетов-истребителей. Главное не зацикливаться на том, что у нас самый лучший в мире самолет, и все, почаем на лаврах. Этого, слава богу, не происходит на МиГе. Это, наверное, одно из ключевых условий движения вперед, что мы готовы улучшать, есть к чему стремиться, новое понимание, новые возможности, вот, и желание это реализовывать. Судьбы истребителей семейства МиГ-29 сложились по-разному. В их истории было все. И мировой триумф, и разочарование, тишина аэродромов в непростое для страны время и безоблачное небо, разрываемое гулом их двигателей. Но история на этом не заканчивается. Впереди машину ждет все то же огромное небо. Огромное небо для фронтового истребителя МиГ-29. МиГ-29, количество информации, которое вводится на МФА, значительно увеличилось. Она емкая, она нужная. Качество полета из-за этого значительно увеличивается. Помимо указанных новшеств, истребители семейства МиГ-29 стали оборудовать системой дозаправки топливом в полете. Немного предыстории. Широкомасштабные работы по данной тематике в Советском Союзе начались в 50-е годы. Цель работ очевидна – увеличение дальности полета. Особенно актуально это было для стратегических бомбардировщиков, целью которых являлась далекая Америка. Со временем к испытаниям привлекли и фронтовые истребители. Сначала МиГ-15, а затем МиГ-19. Результаты работ признали успешными. Правда, серийно систему стали использовать только на бомбардировщиках. Для истребителей дальние перелеты посчитали избыточными. В США, напротив, практически все типы истребителей оснащались системами дозаправки. Это объяснялось тем, что американская военная стратегия предполагала для них самостоятельное преодоление океана в случае переброски войск на базы в Европе. У Советского Союза такой проблемы не было, поскольку не было и самих баз вблизи Америки. Вновь тема дозаправки отечественных истребителей возникла с развитием палубной тематики. Штанги дозаправки установили на корабельный МиГ-29 и Су-27. Со временем системой оборудовали и сухопутные машины. Одна дозаправка в воздухе увеличивает дальность полета почти в два раза. Установка подобной системы была требованием некоторых иностранных заказчиков, в частности, военно-воздушных сил Малайзии. А вот самый свежий пример модернизации базового МиГ-29. Это самолеты индийских ВВС.
Индия является первым иностранным покупателем истребителя. Начиная с 1986 года, туда было поставлено 80 самолетов. 4 февраля 2011 года летчик-испытатель Михаил Беляев поднял обновленную машину в воздух. Важную роль в продвижении истребителя в мире сыграла пилотажная группа военно-воздушных сил России «Стрижи». В составе группы одноместный МиГ-29 и учебно-боевые МиГ-29УБ. Место базирования – аэродром в подмосковной Кубинке. Исторически сложилось, что именно летчики Кубинки шли в авангарде освоения новой авиатехники. МиГ-29 Кубинки появились в 1983 году. Они вошли в состав 1-й эскадрильи 234-го гвардейского авиаполка. В начале 90-х на базе эскадрильи сформировали авиационную группу высшего пилотажа, которую назвали «Стрижи». Самолеты получили оригинальную окраску. Дебют состоялся 6 мая 1991 года. Эту дату и принято считать днем рождения группы. «Стрижи» достаточно быстро завоевали популярность не только в России, но и в других странах. Быстрый и динамичный пилотаж на красивых машинах неизменно приковывал повышенное внимание публики. Наблюдаю группу под контролем. В марте 2003-го группа предстала перед зрителями в новой яркой окраске. Цвета российского флага и стилизованное изображение «Стрижа». В программу выступления «Стрижей» входят пилотаж четверкой, пятеркой или шестеркой истребителей. Петля Нестерова. Пошли влево. Групповая бочка. Влево начали. Синхронные бочки. Распуск. Начали. Раз, два, три. Сольный пилотаж. Наблюдаю двоих. Понял. Показательные выступления – это неотъемлемая часть жизни современных истребителей. Для широкой публики это прежде всего зрелище. Для специалистов – возможность оценить летные характеристики машин, их маневренность. Если говорить с позиции летчика-испытателя, то это необходимая часть работы. Мы демонстрируем результат той работы, которую мы проводили до этого, той огромной кропотливой работы. Самолет надо рекламировать, нужно показывать, по-честному показывать его лучшие характеристики. Поэтому с удовольствием отношусь к этой части работы летчика-испытателя. Потому что лучше его никто, его продукт не продемонстрирует. . 2005 год. Международный авиакосмический салон в городе Жуковский. Взору публики предстает новый самолет семейства МиГ-29. Это МиГ-29М с отклоняемым вектором тяги, или сокращенно ОВТ. В кабине летчик-испытатель Павел Власов. То, что происходит в небе, выходит за рамки привычного представления о полете самолета. Двигатели истребителя имеют все ракурсные поворотные сопла. Для управления соплами не требуется дополнительных рычагов.
Летчик выполняет свои привычные действия, а вычислительные устройства самолета определяют, какие органы управления надо задействовать, в том числе и вектор тяги. Теперь на малой скорости, когда обычные аэродинамические рули теряют эффективность, управлять самолетом можно за счет изменения направления реактивных струй. Это позволяет совершать маневры с меньшими радиусами и повышает безопасность полета. Для пилота снижается необходимость контроля параметров полета по приборам. Как говорят сами летчики, пилотировать можно, не глядя в кабину. Соответственно, во время ведения ближнего боя можно уделять больше внимания поиску и уничтожению целей. В случае появления интереса у заказчиков, новые модификации 29-го можно оснащать двигателями с отклоняемым вектором тяги. Вернемся к корабельному варианту истребителя МиГ-29. Как гласит одна поговорка, индийский слон – лучший друг русского слона. Это изречение очень точно отражает те взаимоотношения, которые сложились между двумя странами в авиационной сфере. Интерес к советским, а затем и к российским самолетам у индийцев был всегда. Развитие темы корабельного МиГ-29 также связано с этой страной. Военно-морские силы Индии выбрали его для базирования на авианосце «Викрамадитья». Это бывший российский авианесущий крейсер «Адмирал Горшков», переделанный для индийского флота. Понятно, что пока программа была заморожена, технический прогресс ушел вперед, и самолет требовал доработки. Первый вылет новая корабелка совершила 20 января 2007 года. Ее пилотировали Михаил Беляев и Павел Власов. Обратите внимание, самолет еще не окрашен. Извлечем из этого полезную информацию. Все детали, которые имеют серый цвет, выполнены из прочных и легких композиционных материалов. И, как видно, их немало, что является атрибутом современных летательных аппаратов. Да и в целом, это самолет нового времени. Поздравляем вас, господа! Подъем самолета и вообще деятельность летчика-испытателя – это, всегда говорят, как вершина айсберга. То есть айсберг – это труд огромного коллектива людей. Естественно, после выполнения первого вылета для всех это, конечно, ответственное, волнительное и радостное событие. И для всех это праздник. Естественно, все ожидали услышать. Ну как? Ну и первые слова. Ребята, мы это сделали. По мне, на сегодня самый комфортный самолет МиГ-29К. В нем так много идей. Этот проект по корабелке – это старт для всех наших последующих, более глубоких модернизаций. Истребитель разработали в двух вариантах – одноместном и двухместном. Причем реализовано это оригинальным способом. Фактически кабина одна и та же. В одноместном варианте на место второго летчика устанавливается дополнительный топливный бак. Такой неординарный подход позволяет снизить затраты на производство. Унификация машин превышает 90%. Боевые возможности одноместного и двухместного истребителей равнозначны. В двухместном варианте самолет имеет обозначение МиГ-29КУБ – корабельный учебно-боевой. На истребитель установлена кислорододобывающая станция. Раньше для дыхания летчика на борту имелись только кислородные баллоны, которые требовалось заряжать перед полетом. Новая станция вырабатывает кислород сама, что повышает автономность базирования. Также это актуально при длительных перелетах. Самолет получил систему дозаправки в воздухе. Заправка может происходить от любых самолетов, которые могут выполнять эту функцию. Кроме того, МиГ-29 может выполнять функцию танкера. То есть мы можем говорить о том, что два МиГ-29К могут заправляться друг от друга. В сентябре 2009 года, спустя 20 лет после первой посадки на палубу, корабельный МиГ-29 вернулся на российский авианосец. Любопытный момент. Перед посадкой на корабль у летчиков не было возможности потренироваться на наземном комплексе. Причем для Михаила Беляева это была первая посадка на палубу.
Конечно, сбрасывать со счетов мастерство пилотов не следует, но, как отмечают сами летчики, благополучный исход этой работы во многом зависел от самолета. Нам удалось сделать вот в этом плане дружественный летчику самолет с тем, чтобы летчика разгрузить, дать ему информацию. Там есть ряд индикационных решений, которые раньше в практике у нас не применялись. Важной характеристикой современных истребителей, да и современного оружия в целом, является способность к модернизации и постоянному развитию. Изначально МиГ-29 разрабатывался как воздушный боец, то есть его главной задачей была борьба с воздушными целями. Уничтожение наземных целей рассматривалось в качестве второстепенной задачи. Со временем к фронтовым истребителям стали предъявлять повышенные требования в плане атаки наземных целей. Для более эффективной работы по земле самолету нужны корректируемые авиабомбы, управляемые ракеты воздух-поверхность, а главное — новая система управления вооружением. Истребитель, который с равным успехом может поражать воздушные и наземные цели, называется многофункциональным. Именно такой машиной и стал МиГ-29 с индексом М. Это был действительно передовой самолет, имеющий новейшее оборудование и новейшее вооружение. Боевой потенциал при атаке наземных целей возрос в 3,5 раза, при атаке воздушных — в 1,5. Помимо этого, на машине установили электродистанционную систему управления, что позволило реализовать концепцию продольной статической неустойчивости. Как результат, повысились маневренные характеристики истребителя. МиГ-29М это был, первая советская проба пера, попытка создать настоящий многофункциональный истребитель. МиГ-29М мог нести все современные на тот момент боеприпасы, как воздух-воздух, так и воздух-поверхность. Для того времени это был фантастический шаг вперед. Первый полет МиГ-29М состоялся 26 апреля 1986 года. Его выполнил летчик-испытатель Валерий Миницкий. 26 апреля 1986 года. Эта дата вошла в историю страны не первым полетом модернизированного истребителя. В этот день произошла страшная техногенная катастрофа. Взорвался один из атомных реакторов Чернобыльской АЭС. Конечно, это не больше, чем совпадение. И тем не менее, события, происходившие в Советском Союзе во второй половине 80-х, звенья одной исторической цепи. Груз накопившихся проблем привел к распаду страны, что в свою очередь отразилось и на авиации. Многие перспективные программы были свернуты, в том числе и тема МиГ-29М. Мы были очень наивны тогда. Мы работали на полигонах, там по 18 часов, крепили обороноспособность. И когда в 91-м году мы получили положительное заключение Министерства обороны Российской Федерации о запуске МиГ-29М в серию, мы думали, что теперь уже мы окрыленные доведем дело до конца. Но мы получили эти заключения Российского Министерства обороны в тот момент, когда прошла Беловежская пуща, и все остановилось. Вышел указ о том, чтобы перестать финансировать, и Беляков... Генеральный наш сказал, что мы машины закрываем, заниматься больше не будем. Но он был очень принципиальный человек. Раз государство не хочет нас финансировать, раз государство не хочет нам помогать, то мы не будем продолжать работы. И работы прекратили. Мы все считали, что это временное явление. Сейчас чуть-чуть, месяц, полгода, год перетопчемся, и дальше все пойдет. Опять закрутится, и все помчится вперед. К сожалению, этот месяц-год вылились в десятилетия, в унылые десятилетия. Второй глубокой модификацией 29-го стал корабельный истребитель. Его обозначение – МиГ-29К. Причем корабелка получилась продолжением не столько базового варианта машины, сколько развитием более совершенного МиГ-29М. В наследство от М-ки МиГ-29К получил многофункциональность, улучшенную аэродинамику и систему управления. Унаследовала корабелка и непростую судьбу. Впервые с предложением создать палубную модификацию истребителя
ОКБ «Микояна» вышла в 1978 году. В то время в Министерстве обороны обсуждался проект принципиально нового авианесущего комплекса. Предполагалось создать как новые авианосцы, так и новые палубные самолеты различного назначения. Ничего подобного в Советском Союзе до этого не строили. Правда, со временем планы скорректировали. Решено было остановиться на одном типе летательного аппарата. Соперниками за место на палубе стали корабельные варианты МиГ-29 и Су-27. Для первых испытаний привлекли сухопутные модификации этих истребителей. На аэродроме в Крыму построили специальный комплекс. Здесь отрабатывали взлет и посадку на ограниченном участке, имитировавшем палубу авианосца. Что касается взлета, то здесь, в отличие от американцев, пошли своим путем. На авианосцах США взлет происходит с помощью катапульты. На новом советском авианосце решили использовать трамплин. Поэтому во время испытаний определяли оптимальные характеристики и самого трамплина. Первый взлет с наземного трамплина произвел летчик-испытатель Авиард Фастовец. Произошло это 21 августа 1982 года. Кстати, такое необычное имя летчику придумал его отец. Авиард — это сокращение от словосочетания «авиационный реактивный двигатель». В процессе работ определили перечень мероприятий по доработке субъекта. Половина 80-х годов 20 века. Мир постепенно меняется. Советский Союз становится более открытым. Слова «перестройка» и «гласность» определяют стратегический курс развития государства. В новых условиях открываются и новые возможности. До этого момента СССР на международных авиасалонах демонстрировал авиатехнику только гражданского назначения. В разное время за рубежом были показаны винтокрылый гигант Ми-6, чудо-богатырь «Антей», сверхзвуковой пассажирский авиалайнер Ту-144. И вот пришло время удивить мир боевыми самолетами. Местом показа выбрали международный авиасалон в английском городе Фарнборо, вторую по значимости авиавыставку в мире. Честь продемонстрировать достижения советской авиации была оказана легкому фронтовому истребителю МиГ-29. Итак, 88 год. МиГ-29 решено показать всему миру. Два советских истребителя МиГ-29 приземлились на Британских островах. Они впервые примут участие в выставке военной авиации, проходящей в Фарнборо. Самолеты были эскортированы двумя английскими истребителями «Торнадо» на военно-воздушную ярмарку, которая... Для участия в авиасалоне привлекли две машины. Одноместный МиГ-29 и двухместный МиГ-29УБ. Полеты выполняли летчики-испытатели Анатолий Квочур и Роман Таскаев. Впечатление такое о нас было, конечно, о советских людях, там, что там у нас медведи по улицам бродят, что они не в состоянии ничего такого там сделать, которое было бы на уровне там европейского. Ну, мы, когда готовились, мы меньше всего думали об этом, как нас там будут встречать. У нас было другое. Очень четко выполнить те программы летные, которые были. Культура вот этой вот демонстрации, она у них оттачивалась все время, годами. Все. А у нас такой вот культуры представления самолета на выставке тогда не существовало. Ну, мы как бы так здесь вот на день авиации могли там похулиганить, там вжик-вжик, там что-то сделать, петля-полупетля, там все такое прочее. Когда готовили комплекс, я просмотрел там, ну, десятки часов различных видеозаписей с предыдущих выставок. Я приблизительно знал, что они делают.
А там основных противников мы знали. И вот мы очень много отдали времени там, и здоровья для того, чтобы вираж наш получался не длиннее, чем на F-16. Приехали, начали когда летать. Вот он, F-16, там, смотрим, перед нами летает. Засекли время. Ага, там 20 секунд. Слабаки. Мы им 18 секунд. На следующий раз, раз, у них там лучше. А мы, значит, что-то у нас где-то не то. Давай-ка мы тоже подшаманим, тоже параметры что-то поменяли. Раз, опять мы теперь впереди. Мы стояли через один самолет рядом с F-16. Вот, на этом летали там два хлопца. Ведущий летчик фирмы General Dynamics, Кевин Дуайер. И у меня были такие электронные часы там. Я их включал. И Кевин за рулем, я говорю, видишь, вот у тебя 18 секунд. Теперь смотри мое время. Ну, мы там получали немножко меньше времени, там приблизительно 16 секунд. Отрывочные сведения, которые имели западные специалисты, не давали им полного представления о самолете. Тем сильнее были их впечатления от первого знакомства с истребителем. Летчики-испытатели фирмы МиГ блестяще показали возможности советской машины. Кульминацией выступления стала фигура колокола. Такой режим, когда истребитель замирает на месте, а затем скользит на хвост, является очень сложным для работы реактивных двигателей. Они могут попросту заглохнуть. Несколько секунд тишины. И вновь рев двигателей и каскад фигур высшего пилотажа. Западная пресса не скупилась на превосходные эпитеты, называя МиГ-29 звездой авиасалона. Рассказывая об участии МиГ-29 в зарубежных выставках, невозможно обойти стороной случай, произошедший в Ля-Бурже в 1989 году. Частью показательной программы был проход на предельно малой скорости на высоте всего 160 метров. При выполнении прохода произошел сбой в работе правого двигателя, что оказалось критичным в данной ситуации. Летчику-испытателю Анатолию Кочеру удалось катапультироваться буквально за 1.5 секунды до столкновения машины с землей. Примечательно, но это летное происшествие только способствовало росту популярности МиГ-29 за рубежом, да к тому же продемонстрировало уникальные возможности средств спасения. Катапультное кресло К-36 спасло жизнь летчику в весьма непростых условиях. Сухопутных истребителей до корабельных вариантов. Самолет получил такие корабельные признаки, как складывающееся крыло, усиленное шасси, тормозной гак. Июня 1988 года МиГ-29К совершил первый полет. Пилотировал истребитель летчик-испытатель Тактар Аубакиров. Осенью 89-го машина прошла испытания на наземном комплексе. Надо было отработать взлеты с трамплина, показать, что самолет может это делать. Причем с разных дистанций, с разными весами. Так вот, за 1.5 месяца мы сделали свыше 50 полетов. Нас после этого допустили до полетов на корабле. Ноября 1989 года Тактар Аубакиров совершил первую посадку на палубу авианосца. Здесь опять следует вспомнить про конкурента. Корабельный Су-27 совершил свою первую посадку на палубу на 1.5 часа раньше. Пилотировал истребитель Виктор Пугачев. Значит, дали добро Пугачеву на облет корабля, он взлетел и ушел. Мы даже с Тактаром ничего и не подумали. Мы сидели на КДП и слушали, как он облетает корабль, как и это. И вдруг команда, вам разрешена посадка. Тактар вышел из этой будки, взял шлем и грохнул его об полосу. Он был настолько удручен этим делом. Я тоже, к сожалению. Но вот такие обстоятельства.
Чтобы восстановить статус-кво, первый взлет с авианосца доверили МИГу. После этого корабельные испытания истребителей опять шли параллельно. В 90-м году Анатолий Квочур совершил первую ночную посадку и первый ночной взлет. Затем взлет с подвешенными ракетами. Всего в ходе испытаний выполнили свыше 300 полетов. МиГ-29К показал хорошие результаты, но на вооружение все же приняли корабельный Су-27. Преимуществами 27-го была меньшая посадочная скорость и больший радиус действия. Конечно, МиГ тоже имел свои достоинства. Например, в состав его вооружения вошли управляемые противокорабельные ракеты Х-31 и Х-35. Другое дело, что в начале 90-х новая система вооружения еще не была доработана, а разразившийся политический кризис и вовсе отложил программу до лучших времен. Но история корабельного МиГа на этом не закончилась. Она еще получит продолжение в 21 веке. В середине 90-х авиационная промышленность России стала постепенно адаптироваться к новым реалиям. С одной стороны, практически полностью прекратилась закупка техники Министерством обороны. С другой, открылись новые возможности по продвижению самолетов на мировом рынке. В 90-х годах ни один крупный авиасалон не обходился без участия российских самолетостроительных фирм. Конечно, рассчитывать на то, что страны НАТО начнут приобретать российскую технику, не приходилось. В то же время необходимо было бороться за свои традиционные рынки сбыта и по возможности расширять их. По большому счету виделось два направления работ. Поставки новых машин и модернизация имеющихся на вооружении. Тут и пригодился опыт по созданию многофункционального МиГ-29М. Модернизация в первую очередь касалась бортового оборудования. Видимым признаком стала установка в кабине истребителя цветных дисплеев. Заказчику предлагалась новая система вооружения, новый локатор, спутниковая система навигации. Расширился состав управляемого ракетного оружия. Добавились новые ракеты класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность». Появилась возможность использования корректируемых авиабомб. Такие истребители относятся уже к поколению 4+. Вот один из них – МиГ-29СМТ, что расшифровывается как «серийный модернизированный». Буква «Т» указывает на увеличенный запас топлива. Теперь керосина хватает на 2100 километров, почти на 600 километров больше, чем прежде. МиГ-29СМТ и последующие модификации имеют так называемую «открытую архитектуру борта». То есть новые радиоэлектронные системы и оружие могут интегрироваться без существенной переделки всей авионики. В 2009 году истребители МиГ-29СМТ поступили в российские ВВС. Мы находимся в кабине самолета МиГ-29СМТ. В данный момент мы видим многофункциональные индикаторы МФИ. Далее в МФИ у нас сейчас представлена пилотажная информация, на которой расположены указатели скорости, высоты, авиагоризонт. На правом ФИ у нас в данный момент представлена системная информация, которая используется при запуске двигателя, а также для контроля систем, гидросистемы, пневмосистемы, различных систем самолета, а также контролируется выпуск и уборка шасси. Каждый МФИ друг друга дублирует. То есть на левом ФИ можно выводить все, что можно выводить на правом ФИ. По сравнению с обычными